Здравствуйте. Сегодня расскажу о мнении моей кошки по отношению к кошачьей мяте. Впервые я встретилась с ней, когда купила когтеточку. Когтеточки вот такой вот шарик мятный. Небольшой, вот она уже сгрызла половину. И где он? Вот он. И такой вот еще. Пакетик был с этой мятой. Муське очень понравилась эта мята. Как вам известно, кошка подобрана с улицы зимой. Естественно, она меня очень боялась. В основном в диване сидела по всем своим делам. Покушать на лоточек ходила ночью, когда я сплю, либо когда я уходила из дома. А когтеточка с мятой нас подружила. Вот. И она как успокаивающее средство. Через некоторое время сделала из коробки домик Моське. Постелила ей пеленочку туда, чтобы удобнее было. Набрызгала спреем. Вот эти вот. Наплевала кисулька на эту мяту и на этот домик. Также брызгала на игрушку. Тоже она ее не вдохновила. Поэтому, друзья мои, срок годности еще 2 года. Если кому-то понравилось, подарю. В комментариях оставлю адрес электронной почты. Пишите, звоните. Вот, обсудим, как я вам ее передам. А заодно когтеточку обновим. Вот она у нас уже потрепанная. Я сделала заготовочки. Сейчас посмотрим, что у нас с вами получится. Ну вот, как-то так оставила получше часть от старой. Обрезала все плохое. И от коробки так вот нарезала. Правда, вот в этом вот уголочке такое пришлось сочинять из мелких. Ну, посмотрим, как Мусенька оценит. До свидания.